Всем привет! Это мой новый видеообзор на коллекцию «Насекомые и их знакомые». На этот раз выпуск номер 6 – цитрусовая саранча. Цитрусовая саранча в большом бруске. Цена, как всегда, 249 рублей. Он красиво уложен. Я еще не понимаю, какого это года, потому что с этого номера для гостей не решила нас обманывать еще больше и вкладывает старых жуков в новый блистер. Огорчает. Вскроем журнал. Вот журнал и вот отдельно брусок. Мне нравится, как уложено насекомое. На этот раз в шестом номере дали большой брусок, как из номера 3. Не паникуйте, для него будет кейс в 12 номере вместе с большим бруском и гигантским водяным клопом. В журнале, как всегда, картонка. Картонка нужна для того, чтобы журнал не помялся, но моему журналу это не помешало. Вот такой блистер с насекомым, вскроем его. Отлично, мне попался экземпляр коллекции 2014 года. Заливка прекрасная. Желтого цвета, желтым цветом не отдает брусок. Усики есть. В прошлой коллекции этим кузнечикам усики оторвали почему-то. Что не есть хорошо. Вот так, такая у него рожица. Скорее всего, мне досталась самка, потому что я вижу яйцеклад. Крылышки расправлены, отлично, ничего не помято. Лежит ровно. Отложим, посмотрим, что у нас сегодня в журнале. Журнал. В журнале идет рассказ о саранчах. Саранча. Такие яркие, как всегда, картинки. На этот раз тираж 350 тысяч, что на 30 тысяч больше, чем в предыдущие выпуски. И дата выхода 19 февраля 2014 года, то есть сегодня. Некоторые пишут, что по пятницам выходят, нет, не верьте. Вот сегодня выпуск на руках, каждую среду в ваших киосках. Вот в журнале рассказывается о строении кузнечиков. Саранчи. Ареал обитания. Такие много различных кузнечиков и саранчей есть. Образ жизни, размножение, питание. Прочие приблуды кузнечиков. Нападение и защита. Как саранча нападает и защищается, это все в этой статье. Лучшие прыгуны. Рассказывается о насекомых и животных, которые очень хорошо прыгают. Это блохи, кенгуру, пауки и прочие. И статья о биче божьем. Все описано. Как всегда, таблица УД, картинки на 12 насекомых. На обратной стороне сайт коллекции. И в следующем номере азиатский усач через неделю в маленьком бруске. Всем спасибо. Это был обзор для группы ВКонтакте vk.com/dabax. Всем спасибо.